Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашем обзоре мы с вами рассмотрим купюру достоинством 3 рубля образца 1905 года государственного кредитного билета. Государственный кредитный билет 3 рубля 1905 года имеет светло-зеленый стиль оформления. На лицевой стороне банкноты дважды отпечатана серия и номер банкноты. В центре надпись «Государственный кредитный билет 3 рубля». Чуть ниже располагается государственный герб и вензель Николая II, внизу год 1905. Также сообщается информация о правилах обмена бумажных денег на металлические. На лицевой стороне содержатся подписи управляющего и кассира. Могут быть подписи, подпись Тимошова, подпись Коншина и подпись Шипова. Давайте посмотрим, что находится на оборотной стороне. Как выглядит оборотная сторона купюры? Оборотная сторона купюры выглядит так. На оборотной стороне в узорах изображен государственный герб, номинал цифры 3 два раза и информация о хождении бумажных денег наравне с металлическими. Так, давайте посмотрим водяные знаки этой купюры. Видим водяные знаки, повторяющийся узор геометрический. Вот так выглядят водяные знаки купюры. Сегодня мы с вами рассмотрели купюру достоинством 3 рубля образца 1905 года государственного кредитного, государственные кредитные билеты. А на сегодня все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!